Мы – жители города Алматы. Мы все уникальны. Давайте знакомиться с моей историей. Трудотерапия – это не просто урок, это мир равных возможностей и развития. Я – руководитель общественного фонда «Амаль Иман». В процессе трудотерапии наши дети получают не только физическую нагрузку, но и психологическую поддержку. Главное, чтобы ребенок ощущал свою значимость в окружающей среде и способность вносить в нее свой вклад. Наша цель – поддерживать детей, помогать им обрести уверенность в себе и открывать новые возможности, создавая инклюзивную среду, в которой они чувствуют себя ценными и нужными. Давайте вместе создадим мир, в котором у каждого ребенка есть возможность раскрыть свой потенциал и почувствовать, что ему есть место в обществе. И вместе преодолеем любые препятствия.